Мы, естественно, решили попасть в крипту этого собора. И в этой крипте оказалось огромный колумбарий, заполненный практически на 90%. Вот эти пустые ячейки, они, соответственно, вакантные, а вот там дальше идет уже все занятое. Жуткое место. Особенно учесть, что в католической традиции, по-моему, кремация не очень поощряется. И здесь захоронения разбросаны по времени от 50-х годов до 2018 года. И вот такая вот структура этой крипты, этого колумбария, вот видите. Ряды, 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 такие как бы полу... овальные такие или круглые коридорчики. Система размещения пока непонятная, да и не думаю, что нужно сушить над этим голову. Ну, каждая вот эта секция... Ой, у меня сбился фокус. Почему-то у меня сбился... Ага, все нормально. Каждая секция помечена буквами, цифрами. Сейчас я хочу еще могилки архиепископа показать. Вот тут вот под такими мраморными красивыми плитками я нашел могилу первого архиепископа этого собора. Вот монсеньор Иво Антонио Кальяри. Написано, что он первый епископ и создатель собора Святого Себастьяна. Вот. Бух.